отношусь к той группе людей, которые, в отличие от первого докладчика, верят в то, что мы доживем до того времени, пока солнце погаснет, и планируют свою жизнь именно до тех времен, вот, и работают над тем, чтобы это действительно случилось. Вот. Но чтобы продлить жизнь людям какими-то способами, да, очень важно понимать, как люди стареют, да, и от чего они умирают. Но если от чего они умирают более-менее понятно, то с тем, как именно они стареют, очень большие вопросы. Нам очень нужно померить то, насколько разные люди с разной скоростью стареют. Некоторые в 40 лет выглядят на 35, некоторые в 40 выглядят на 45, да, некоторые выглядят 40 на 40. Да. И хочется узнать, в чем же причина, да, почему у некоторых клетки выглядят старее, у некоторых чуть моложе. И сегодня я вам расскажу про... Сегодня я расскажу про один из главнейших показателей, да, по которым можно определить то, сколько человеку лет, сколько он проживет, да, и один из подходов, как его жизнь можно продлить, да, процентов на 20, 30, 40, 200. Тема эта очень актуальна, потому что в 2009 году как раз за раскрытие вот этого механизма, как человек стареет по причине теломер, да, и вот этому комплексу вопросов, была дана Нобелевская премия. Да, она была дана вот этим вот трем прекрасным людям. Один из них остался за бортом, да, то есть человек, который предсказал существование теломера и системы теломера-теломераза, российский ученый, да, Ловников. Но предсказателям Нобелевские премии не дают, дают только тем, кто руками действительно что-то сделал, а не просто сидел в Новосибирске и предсказывал. Да. Предсказывает он каждый год появление нового фермента, как бы, и раз в 30 лет он угадывает. То есть если вы каждый год будете писать, что что-то вот так вот будет работать, 29 из этих его предсказаний выглядят абсурдно, да, а 30-е оказывается, что как бы все-таки да. Вот. С теломера была такая же история, и как бы там очень много судились, за то, чтобы дать ему хоть кусочек Нобелевской премии, но таки не дали в результате. Так, эта штука работает через раз. Для тех, кто пропустил последние 5 лет образования в школе, да, я вкратце напомню, из чего мы состоим. Да? То есть человеческий организм состоит из клеток, в каждой клетке есть ДНК, ДНК упакована в хромосом. У человека там определенное количество хромосом, не помню какое, и на концах этих хромосом есть, хромосомы состоят из ДНК. Да? То есть и на концах вот этих вот хромосом есть определенные окончания. Да? То есть некоторые структуры, у которых на самом деле очень много функций, но одна из них это как раз укорачиваться с ходом деления и считать продолжительность жизни клеток, и продолжительность жизни организма. Работает это так, что когда клетка делится на две по техническим причинам, о которых я сейчас расскажу, их длина теломера укорачивается на 100 нуклеотидов. ДНК вообще состоит из нуклеотидов, и вот они именно укорачиваются. Да, то есть вот этого теломера, да, то есть это очень-очень укомплектованная молекула ДНК, на концах которых есть на самом деле бессмысленная последовательность, состоящая из определенных букв, которые повторяются тысячи и тысячи раз. Да? И при каждом делении клетки, клеток становится все больше и больше, а теломер становится все меньше и меньше. Почему происходит это вот укорочение? Это я сказал, что это происходит по техническим причинам, это действительно так. Первую идею, что такая проблема возникнет у организма, предсказал еще открыватель, собственно говоря, структуры молекулы ДНК в 70-х годах. Ситуация происходит так, что чтобы что-то делилось бесконечно, в частности наша ДНК, да, ее должно быть бесконечное количество. Такое не бывает, да, то есть все атомы на что-то делятся, и поделить все бесконечно нельзя. Поэтому ее приходится удваивать. При каждом делении клеток из одной молекулы ДНК надо получить две, чтобы они опять поделились, а потом опять две, чтобы они опять поделились. Да. И вот это вот удвоение сопряжено с тем, что этот фермент, который производит это удвоение, должен сесть на самый-самый конец хромосомы и считать ее полностью до конца, да, то есть полностью продублировать. Но садится он таким образом, да, что ему нужен определенный гэп. То есть он не может встать на самый конец, ему нужно отступить от этого конца несколько десятков, а иногда и сотен нуклеотидов. Да? То есть он их просто пропускает, это, грубо говоря, вот такая вот подложка, за которую ему надо зацепиться, чтобы начать свою работу. И вот это именно та техническая проблема, из-за которой теломера укорачивается при каждом делении, из-за которой все мы с вами когда-то в эволюции начали стареть. Почему это плохо? Да? Что когда теломера укорачивается до критического предела, она начинает в микроскоп выглядеть приблизительно так же, как вот эти вот растрепанные шнурки, да, без вот этих вот окончаний, да, вот этих вот кэпов. То есть быть вот такой вот не очень лицеприятной. И функция тоже нарушается. Одна из главных их функций — это сделать так, чтобы концы хромосом между собой не слипались, а иначе весь наш геном превратится в один такой большой шарик. При некоторых опухолях мы это наблюдаем, да, когда все хромосомы объединяются в такую череду, или палочку, или кружочек. Да, это очень-очень плохо, так геном работать не может. Это всего одна из функций, у них функций много других. Вот эти вот колпачки как раз препятствуют слипанию вот этих вот концов. Кроме того, что там происходят всякие негоразды с геномом, да, они слипаются, хромосомы перестают функционировать, также, когда теломера укорачивается до критического предела, происходит это в позднем возрасте, да, у нас или очень-очень старых клеток, оно запускает целый каскад молекулярных процессов.
Да, то есть она активирует там порядка 5 белков, которые начинают сигнализировать нашей клетке, что все, ребята, мы досчитали свой предел делений, это приблизительно для человека это 120 лет, да, предел делений до 120 годов, мы курили так, как будто бы мы прожили 120 лет, мы пили так, как будто бы мы прожили 120 лет, мы ели столько сладкого, да, мы досчитали до предела делений, да, пора сворачиваться. Вот, этот процесс называется senescence, да, в клетках он активный, да, то есть клетка активно стареет с этого момента, как только она понимает, что теломера у нее очень короткая. Если это досчитывание до конца происходит в сердце, да, то это чревато там кардиомиопатиями и проблемами старением сердца. Также происходит со всеми органами. Вот этот вот феномен, да, то, что каждая клетка знает, сколько ей лет, был положен в основу, стал основой ранее предсказанного теории о лимите Хейфлика. Да? То есть был такой ученый, который предположил, что клетки делятся ограниченное число раз. И действительно, если у клетки эмбриона человека их положить в культуру, дать им все хорошие условия для деления, да, не женить их, не дать им курить и так далее, и развиваться в максимально комфортных условиях, то они поделятся ограниченное число раз. То есть всего для клеток там вот эмбриональной стадии это 50-70 раз. И все. Благодаря этому все мы с вами плюс-минус одинакового веса, одинакового роста. Да? То есть никто не размером с мышку и не живет как мышка. Да, никто не размером со слона и не живет как слон, да, неоправданно долго. Всем плюс-минус живем одинаково. Именно потому, что у каждого из этих трех видов, слона, мышки и человека, да, есть определенно отпущенная генетическая программа для продолжительности жизни, реализованная в частности за счет длины теломер. Если померить длину теломер в клетках там, любой ткани человека, то действительно кажется, что чем старше человек, тем короче его длина теломеры. Из чего возникает интересный вопрос, а можем ли мы предсказать? Да, если вы посмотрите на этот график, вы увидите, что даже у молодых людей, да, теломера отличается по длине. То есть они рождаются, и когда мы действительно анализируем новорожденных детей, мы действительно видим, что разница в теломерах очень большая. То есть ребенок рождается уже с запрограммированной продолжительностью жизни, да, если можно так сказать. А потом ее реализуют в ходе своей жизни. И встает вопрос, да, если все рождаются с разной длиной теломер, соответственно, будут жить разное количество времени, можем ли мы предсказать, сколько человек проживет, если сделаем у него анализ на длину теломеры? Вот если бы мы были зебровыми амодинами, то действительно это сделать было можно. Если поместить все этих птиц в одинаковые условия и померить у них длину теломеры после вылупления из яйца, то окажется, что мы очень-очень точно, с точностью до месяца, из их продолжительности жизни в 7-10 лет, можем предсказать, сколько они проживут. Да? 100 птиц живут в одинаковых условиях, и мы можем с точностью до месяца сказать, сколько какая из них проживет. Да? По одному единственному показателю. Опять-таки, потому что они живут в одинаковых условиях. С людьми проблема, потому что они, к сожалению, их нельзя заставить жить в одинаковых условиях. Да? Они все как-то что-то хотят делать сами. Это нам очень сильно мешает. Но даже если их в 60-летнем возрасте померить длину теломеры, то и поделить на тех, у кого теломера очень длинная и очень короткая, то тех, у кого она короткая, умирают намного резче, быстрее, чаще, чем те, у кого она длинная. В основном по сердечно-сосудистым причинам. И вот господствующая теория, да, теломерная теория старения, говорит о том, что есть у нас 23 пары хромосом, да, и в какой-то из них теломера укорачивается первой. То есть есть какая-то запускающая этот механизм старения хромосома, неудачница, да, есть какой-то орган, в котором будет та первая клетка, в которой та первая хромосома укоротится неоправданно быстро. И именно этот орган первым начнет выходить из строя. Да. Теория очень сомнительная, как бы часто опровергается, но тем не менее часть истины в этом есть. Да. И действительно, есть органы, которые чаще выходят из строя в том случае, если теломера укорачивается. Но почему же, если теломера укорачивается с ходом жизни, да, и у старых клеток теломера короткая, и может только постареть, и клетки могут поделиться всего 50-70 раз, почему у старых людей, ну 40-летних, да, почему у старых людей рождаются молодые дети? Возникает резонный вопрос. Это вечный вопрос геронтологии, который многим сносит голову, потому что, ну, как бы так не может быть, да, ошибки накапливаются, вы знаете, свободные радикалы, там, что-то еще, токсины, как бы, все плохо. Но у того, кого все плохо, если они встречаются, рождается тот, у кого все хорошо. И так уже миллионы лет. В этом очень большая загадка, и решается она как раз Нобелевской премией, да, то есть, ну, одно из решений как раз принесла Барбара Блэкберн, которая открыла фермент, который удлиняет длину теломер. Да? То есть вот так как на этой картинке показано, это такая машина, единственная функция которой – это достраивать эти буквочки в тех местах, где их очень мало. Работает этот фермент только в тех тканях, которые или участвуют за воспроизводство потомства, да, то есть или в половых клетках, или в стволовых, то есть редких клетках нашего организма, которые направлены на восстановление там, наших внутренних повреждений, ну еще там некоторых исключениях, и все. Очень большая индустрия заключается в том, чтобы как-то активировать этот процесс в других клетках, потому что если клетки только стареют, да, то нам бы очень хотелось бы
теломеры удлинить и тем самым омолодиться. Подход правильный, и геноинженерно можно так сделать и продлить жизнь организмом очень существенно. Но есть ли какое-то вещество, которое бы могло такое сделать? Есть куча препаратов, да, ТА-65, ТА-100, ТА-110, которые как бы на рынке продаются в аптеках, как активаторы теломеразы. Все они, скорее всего, не работают или работают по недоказанному механизму какому-то, да. Но есть более лайтовые варианты, да, на самом деле все, что хорошее вы можете в уме назвать, это все является активатором теломеры или предотвращает укорочение теломера. Да, то есть все плохое, что вы можете придумать, курение, чрезмерное употребление алкоголя, пассивный образ жизни, спутанное сознание и так далее, все это или доказано, или скоро будет доказано как фактор, усугубляющий укорочение теломера, тем самым сокращающий вашу продолжительность жизни. Поэтому подходы, кроме фармакологических, которые разрабатываются, есть чисто физиологические. Да, то есть коррекция, сбалансированное питание, средиземноморская диета доказано предотвращает укорочение теломер, активный образ жизни, да, пробежки по утрам. Это тоже доказано. Стресс-менеджмент, да, сейчас об этом больше расскажу. И социальные контакты, да, то есть показано, что у топ-менеджеров длина теломеры чуть выше, и у людей, у которых друзей больше, теломеры тоже длиннее, чем у тех, у кого друзей меньше. Facebook тут не считается. Хотелось бы, самое интересное исследование, наверное, во всей этой когорте, да, как же предотвратить укорочение теломеры, продлить нашу жизнь вот на самых-самых молекулярных путях, именно принадлежит самой же открывательнице теломеры и теломеразы. Да. В одном своем интервью она говорит, что если бы 20 лет назад мне кто-то сказал, что я молекулярный биолог, буду заниматься изучением медитации, я бы сказал, что вы, наверное, сошли с ума. Да, спустя 20 лет после этого она выпускает статью, да, в которой как раз сама описывает, да, а как медитация ежедневная влияет на темп снижения теломер. То есть сначала она провела исследование и проанализировала женщин, для которых характерно состояние спутанности сознания. Это ситуация, когда вы садитесь за компьютер и не знаете, что вы сейчас будете делать, да, вы не можете сосредоточиться. Вроде бы столько интересного, да, этих надо полайкать, и там письма отправить и так далее. Не можете начать с чего начать, не можете понять, с чего начать. Да. Она взяла этих женщин и доказала, что у них теломера короче. То есть просто банально тем, что не могут привести, эти люди не могут привести свои мысли в порядок, это сокращает их теломеру, да, и тем самым забирает их будущие годы жизни. В другом исследовании она показала, что если людей заставить предложить им, да, практиковать это самое медитацию ежедневную, 12 минут в день по утрам. Это обычная медитация на актуализацию, достаточно простая, когда вы садитесь и осознаете, где вы находитесь, кто вы есть, да, чего вы сюда пришли, да, чего вы в жизни делаете и так далее. Всего 12 минут. По сравнению с людьми, которые слушают те же 12 минут просто расслабляющую музыку, у них сокращение теломер чуть сокращается. Да, то есть такой банальной практикой осознанности можно препятствовать такому важному молекулярному механизму старения. На самом деле такие подходы, когда мы через мозг как-то можем замедлить старение, они набирают обороты, и есть эксперименты, которые проводятся и у нас в институте уже много лет и в других местах, когда при помощи некоторых ментальных практик, да, умственной практики, можно чуть-чуть затормозить процессы старения. Да, вот у крыс, к сожалению, нету эмоций, да, но у них есть некоторые зоны, да, в гипоталамусе, которые называются эмоциногенными, да, то есть передние ядра гипоталамуса как раз отвечают за кое-что похожее на позитивные эмоции у крыс. Если в эти зоны вживить электроды и стимулировать этих крыс 3 раза в неделю очень слабым током, тем самым активировать эти зоны и заставляя эту крыску думать о чем-то приятном, это продлевает остаточную продолжительность жизни именно 30%, да, по сравнению с теми электродами, которые попадают в случайные зоны мозга. Да? То есть как бы людей, как бы вывод такого, что не очень хотелось бы заставлять в людей вживлять электроды, да, но у нас есть какие-то более, наверное, простые пути, да, даже там не бегая по утрам, не кушая витаминки, просто думая о чем-то приятном, чуть-чуть продлить свою продолжительность жизни. Спасибо большое, если есть вопросы, я отвечу. Элизабет Пэриш, да, это спекулятивная процедура, да, она сделала себе инъекцию, да, аденовируса, который был встроен 2 гена, ген теломеразы и там, по-моему, миостатин или что-то подобного. Действительно такое произошло, но у нас есть все основания полагать, что эта процедура не прошла. Да, то есть не разбираясь в тонкостях, как бы, пока доказательств того, что эта процедура увенчалась успехом, нет, как бы все ее заявления дальнейшие можно считать безосновательными. А як зв'язати клітинне старіння, наприклад, скорочення теломер і старіння організму? Все ж там не все так гладко.
Ну, не все, да. Ну, у нас тут называется 4 на 15, а не курс клеточного старения. Поэтому за 15 минут только так, вот как я рассказал, можно связаться. Пожалуйста. Вы сказали, у нас в институте, а в Києві який інститут цим займається? Інститут гематології. Дякую. А в такому разі, до якого класу ферментів можна віднести? А я просто забув, які є класи ферментів. Напомните, я вам скажу. Ну, я не знаю, що, о чому річ просто. Лигазы вот подсказывают, да, ну я не знаю, какие есть классы. Да, пожалуйста. У них активна тевомираза, то есть у них у хевы, именно, ну, во-первых, у нее там куча нарушений, да, но в 80% раковых клеток произошла там мутация или эпигенетические изменения, которые активировали фермент тевомиразу, 80%. У оставшихся 15 активирован другой механизм удлинения теломеры, да, альтернативное удлинение теломер. У оставшихся 5 по неизвестным причинам это происходит. Да, ну, то есть у 95% раков теломера, ну, удлинение теломера происходит по тому или другому способу. А есть какие-то искусственные способы достройки, механической достройки? Ну вот фермент есть. Лучше, чем фермент, придумать не получится. Ну так вот получилось, да. Этот фермент, кстати, является наследием вируса, то есть как бы он является, у него очень высокая гомология с одним из ретротранспозонов, то есть скорее всего очень когда-то давно мы заразили целую кучу вирусов, потом мы начали их использовать более-менее, один из этих вирусов начал удлинять нашу теломеру. То есть ну вот так вот произошло. То есть это результат ГМО, очень давно произошедшего. Он работает только в определенных клетках. Да. Я говорю про любые клетки. Ну да, то есть ну нанороботов не существует, да, то есть в биологии. Их несу, их только на обложке журнала существуют, а в практике нет. Да, тут. Является ли это механизмом апоптозы, то есть запрограммированное старение и умирание клеток? Укорочение теломеров? Да. На самом деле большинство клеток нашего организма не умирают апоптозом, да, то есть это как бы некая спекуляция. Апоптозом умирают клетки, которые очень активно делятся, да, то есть основная часть клеток организма не те клетки, которые активно делятся. Связь апоптоза с теломерой тоже есть, но очень-очень слабенькая. Один из путей умирания клеток – это сенесценс. Да, и вот именно при нем он запускается укороченными теломерами. Второй вопрос. Проводились ли эксперименты, скажем, на растениях, которые, допустим, живут быстро и умирают быстро, и как бы соединяя их ДНК, хромосомы, возможно, как бы удлинить таким образом с помощью теломер? У них есть теломеры. Не, у них есть тевомеры, не помню, что у них там с тевомеразой, но она у них есть. Это очень большой вопрос, как бы я его часто задавал клеточникам, что-то внятного ответа не получил, да, как это происходит у них. Потому что клетки у них там плюрипатентные практически все, да, и у них как-то решается. У них точно есть тевомеры, да, как происходит удлинение, но они мне не смогли объяснить, может, это или неизвестно, да, или я еще не нашел таких специалистов. Может быть, да. Тевомеров у близнецов, например, она одинаковая? Да, очень хороший вопрос. Там есть определенный коэффициент корреляции. То есть при рождении у них оно там, ну, очень высокое. То есть если они живут одинаково, то они должны умереть в один день. Но опять-таки, они, к сожалению, в ходе жизни будут стыкаться с другими проблемами, кроме теломеры, да? Поэтому, как бы, может быть по-разному. Но действительно, чем ближе их родство, да, у разнояйцевых близнецов они тоже похожи, у родственников они похожи, да, они наследуются кое-как, длинная теломера имеет паттерн наследования, он больше наследуется по отцовской линии, чем по материнской и так далее. То есть как бы там есть, он зависит от возраста отца, да, то есть как бы там зависимости есть. У однояйцевых близнецов они очень-очень похожи, да, такое есть. Если поделить час поделу клетки на организм, будет жить дольше? Ну, если лимит на 120 поделов растянуто на 200 лет, будет организм жить 200? Сповільнити поділ клітини. Цикл клітини, що повільніше від поділу до поділу. Ні, так можна взагалі просто заморозити в холодильнике, да, і взагалі, тобто до розморозки продлити. Ні, клітину не заморозити, а так, щоб от клітини ділились повільніше. Буде це продовження? Продовжиться життя? Ну да, но тут качество надо смотреть, да, то есть как это повлияет на качество. Не знаю, так сходу не смогу ответить. А как теломеры в соматичных клетках работают, которые не делятся? Плохо работают. То есть теломера в соматических клетках является, кроме того, что на счетчик деления, которое не прошла, она также является самым уязвимым местом генома. Опять-таки по техническим причинам у нее последовательность там диспропорциональна в нуклеотидах, из-за этого она очень хрупкая и ломка.
Да, и она именно является самым ущербным местом по оксидативному стрессу и так далее, и так далее. То есть ее очень легко поломать радиацией, оксидативным стрессом, курением, стрессом и так далее, и так далее. Да, поэтому соматических клеток она тоже укорачивается. Если возьмете ткань, которая не делится, и будете за ней наблюдать там по чуть-чуть, она тоже будет укорачиваться, но именно в результате там случайных изменений в ней из внешней среды. А этого не разу каким-то образом влияет на процессы апоптоза и касательно, допустим, белочка P53? Ну, как-то влияет, да. То есть оно связано, с MDM точно, то есть один из генов, которые активируются при короткой теломере, их всего 200, да, является MDM. Да. Потому как вот как раз белочка P53 при раковых заболеваниях как раз всегда больше. Вот. Возможно, не только стало. Но больше в основном в результате мутации в нем при раковых заболеваниях, но это не связано с теломерой. То есть, как бы, при большинстве раков, не при большинстве, там 25 случаев у него там мутации. Это не из-за теломеры. Да. Такой вопрос. Как ты считаешь, теломеры укорачиваются и фермент слабо работает во многих клетках? Это так заложено просто биологически, чтобы чаще менять поколение, или это просто технически невозможно? Это исключительно промысел Бога. Еще вопрос есть? Если у вас придут кинобилок, вы не скажете, что это так много? Еще я буду. Не скажете, не мать. Ваша продолжительность жизни это на 100% зависит от гармонизации вашего генома, который попал в нужную свою среду. Все. То, насколько компактно и удачно ваши гены попали в то время, в тот географическую зону, в ту семью и так далее. Где они попали, зависит от того, сколько вы проживете. Все. Я ж не знаю, в каких условиях вы живете, каких планируете жить оставшиеся 20 лет. Про ваш геном я могу сказать много. Да? А как вы уже прожили, да, свои 18, и как вы проживете оставшиеся, да, годы, я не могу сказать. И вы вряд ли можете сказать, потому что вы не замечаете. Про геном можем сказать, почти все. Да. Скажи, пожалуйста, вот есть же какие-то аномалии, когда, например, человек там всю жизнь курит, пьет, там, прожил, перешел две войны, но живет там 300 лет. Нет, 300 лет никто не живет, сразу скажу. Да, аномалии есть, опять-таки, про генетику это сейчас не разговор, аномалии в теломерах тоже есть. Да, есть люди, у которых есть мутации в генах около теломеры, да, около этого процесса удлинения теломер, так называемой теломеропатии, и действительно, эти люди, у них очень большая проблема с удлинением теломера, вообще с длиной теломер. Да, у них теломеры по жизни очень короткие, они очень рано умирают. Такое есть. Вот, аномалии есть. Есть ли гены, которые делают аномально людей долгоживущими? Но аномально нет, но у всех долгожителей обязательно есть хоть одна из мутаций долгожительства. Да, то есть без нее долгожителем стать нельзя. То есть бегая по утрам, вы никогда не доживете до 90 лет, если у вас нет нужной мутации. А эта мутация, она появляется при рождении или можно как-то заработать? Да. Ее надо унаследовать. Ее надо унаследовать. Заработать ее нельзя. Нет, это не диплом об образовании, да. Нужно бегать по утрам, да, нужно. Можете даже не приходить так сразу, нужно. Нужно бегать по утрам, чтобы дожить до того момента, пока мы сможем ставить дополнительный ген теломеразы во все ваши клетки, и вы сможете жить на 40% дольше. Но для этого надо добежать, да, поэтому надо бегать. Сможете ли вы на своем рабочем месте сделать такой анализ, который расскажет человеку о его потенциальных болезнях? Мы это делаем каждый божий день, где-то в 150 раз в день. То есть вероятность там атеросклероза, да. А сколько стоит? Это потом обсудим. Вопросов нет? Скажите, пожалуйста, по поводу 80% рака, имеется в виду именно опухоли из эпителия или все? Там это рандомно, это не связано с этим самым, с происхождением, то есть как бы. По линиям это по-разному. Вот у него клеточный рак легких, да, почему-то как будто у него только альт-механизм работает, а в других там другой. Ну, статистика такая, 80, 15, 5. Там вопрос еще был. А какие клетки делятся чаще, какие делятся меньше, какие не делятся вообще? В организме человека в смысле? Да. Клетки костного мозга делятся часто, клетки эпителия делятся часто, клетки волосяного фолликула делятся часто, некоторые клетки желудочно-кишечного тракта делятся часто. Все остальные делятся редко. И вопрос тогда. Если, скажем, клетки эпителия и
там слизистые оболочки кишечника делятся там очень часто, я знаю, что он обновляется там раз в 3 дня, да, полностью слизистая, то почему у них свой лимит, как бы? У них активная теломераза. У всех клеток, которые делятся боль, ну, в костном мозге, я же говорю, ну, костный мозг — это, в принципе, есть стволовые клетки, да, можно так обобщить, да, в них теломераза активна. В основном луковицы, как бы, во многих местах мы находим ее активность и так далее. То есть, да, клетки непростительно долго, они не могут перешагнуть через тот предел. То есть, когда теломера доходит до конца, дальнейшее укорочение ее невозможно вообще, да, то есть там или включается какой-то механизм удлинения, или эта ткань стареет. Ну почему? У меня такой вопрос. Тогда почему вот очень много онкологических заболеваний именно в старости появляется? Человек стареет, теломеразы все меньше и меньше, а тут бац, и рак молочной железы, рак простаты, все такое. Вот как это объяснить? Короче, вопрос. Вопрос в том, что откуда тогда теломеразы появляются? Ну, в раковых клетках. Я же говорю, механизма два, то есть активация теломеразы за счет мутаций, да, ее супрессора, или эпигенетические механизмы. Да, то есть главная регуляция активности фермента теломеразы происходит на уровне альтернативного сплайсинга. Да, то есть это должно натолкнуть на мысли о том, что там все как бы немножко зарегулировано. Да. Мутация. Генетическая предрасположенность еще очень важную роль играет, потому как один человек может умереть совсем от другой патологии. И с таким же самым уровнем теломераза, а другой совсем от другого. Ну, то есть глаз же там же предупреждает, чего человек может умереть, а чего... Не, ну все умирают от разного, да, в большинстве случаев, хотя, ну да, от разного. То есть теломера не является специфическим маркером какого-то заболевания. Не, она один из хороших показателей продолжительности жизни, она плохой специфический маркер заболевания. По ней нельзя предсказать специфичность заболевания, ну, в основном. Да, хотя иногда можно. Специфичное заболевание, от которого человек умрет. По генетике более проще предсказать специфичность, от чего человек умрет. По длине теломер сложнее. А можно я на его питание відповім, чому в старості більше? Дайте, будь ласка. Просто з віку функціонування імунної системи не таке активне. Тобто імунна система більше пропускає цих раків клітин, яких приблизно від 500 до 1000 кожного дня утворюється. Відповідно, коли імунна система не допрацьовує, що стається з віком, відповідно, більше шансів тих клітин, які все ж таки стали раковими, тобто вирости в пухлину. Як один із путей, так? Да? Все? Ісчерпали. Спасибо.